Привет, с вами Аудиомания. На базе профессиональной активной акустики все чаще строят большие и мощные системы, в том числе для клубов и универсальных концертных залов. Однако основной областью применения подобной техники по-прежнему остается озвучивание небольших площадок и выездных мероприятий. Вообще активная акустика – это очень удобный вид, для ее использования вам не потребуется много дополнительного оборудования. Впрочем, обо всем по порядку. Ключевая особенность активной акустики для озвучивания мероприятий и концертов понятна из ее названия. Усилитель уже встроен в корпус колонки, что избавляет от необходимости использовать внешний усилитель и лишние кабели. Также активная акустика почти всегда имеет на борту небольшой микшерный пульт для возможности прямого подключения источников сигнала и микрофонов. Есть и процессор эффектов для обработки поступающего сигнала и адаптации звучания под акустические особенности помещения. Такое оснащение делает колонку самодостаточной, поэтому и продаются они поштучно. Впрочем, перечень возможностей у разных моделей различается. Наиболее компактные решения ориентированы на озвучивание совсем небольших пространств, а акустика покрупнее позволяет озвучить хоть огромный концертный зал. Все зависит от выбранных моделей и их количества. Как и в случае с любой другой аппаратурой, абсолютно универсальной профессиональной активной акустики не существует. Например, небольшие колонки не справятся с озвучиванием крупного пространства. В то же время нельзя назвать удачной идею покупки большой мощной акустики для малой сцены. Ведь помимо того, что это очевидная переплата, вам еще на этой самой малой сцене придется изыскивать дополнительное дефицитное место для размещения столь крупных громкоговорителей. Именно поэтому при выборе профессиональной активной акустики имеет смысл ориентироваться на решение только текущих задач и только в существующих условиях. А они могут быть совершенно разными по масштабу. Например, для спонтанных уличных выступлений музыкантов или проведения лекций в неподготовленных для этого местах есть совсем компактные модели с основным динамиком 5-6 дюймов. Мощность таких устройств невелика, но для пары десятков слушателей ее вполне хватает. Как правило, все подобные модели ориентированы на работу в монофоническом режиме. Акустика с низкочастотным динамиком от 10 до 12 дюймов претендует на звание наиболее универсальной. Почти всегда это двухполосная конструкция с рупорным твиттером, встроенным усилителем и небольшим микшером. Размещение возможно на поверхности, настольной стойке или подвесном кронштейне. Даже паре таких колонок вполне можно доверить озвучивание небольшой сцены в ресторане или школьный актовый зал. Также это отличные кандидаты для оснащения учебных аудиторий и проведения промо-акций в торговых центрах. Количество колонок в рамках одной инсталляции может варьироваться от одной до фактически бесконечности, поскольку практически у каждой активной колонки есть сквозной выход сигнала для создания массива. Однако для получения действительно мощного звука на клубном танцполе или сцене лучше дополнить систему хотя бы парой активных сценических сабвуферов. Большая и мощная концертная акустика с 15-дюймовым низкочастотником также представлена в формате активных громкоговорителей. Подобные решения ориентированы на озвучивание больших пространств, ну а в сравнительно небольшом зале можно устроить настоящий звуковой ураган силами буквально 2-4 подобных единиц. Кстати, если вы планируете подключение нескольких источников сигнала и нескольких микрофонов, то имеет смысл приобрести отдельный микшерный пульт, хотя бы небольшой. С его помощью будет гораздо удобнее оперативно регулировать громкость каждого подключенного источника и микрофона, а также общую громкость системы. И этот совет касается абсолютно любой инсталляции на базе активной акустики. Наконец, нельзя не упомянуть еще об одной области применения активной профессиональной акустики. Нередко ее используют в качестве сценических мониторов, которые при необходимости можно быстро перепрофилировать для увеличения мощности основной системы или сформировать из них отдельный комплекс для другого мероприятия. Полный ассортимент профессиональной активной акустики доступен на сайте Audiomania. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы. И, конечно, не забудьте подписаться на канал Audiomania в YouTube, чтобы не пропустить новые обзоры. До встречи!